Мужчины говорят, что выполняют от 1/5 до 1/4 всего домашнего труда. Хотя существуют свидетельства того, что измерения объема домашней работы методом опроса грешат большими неточностями. Поскольку люди скорее говорят о том, что они по их представлениям должны делать по дому, а не о том, что в действительности делают. И женщины, и мужчины преувеличивают объем своей домашней работы. Женщины примерно на 68%, мужчины на 150%, то есть в два раза больше. Интересно, что мужья из более привилегированных социальных групп с эгалитарными гендерными установками склонны преувеличивать больше, чем традиционные мужья, которые, вероятно, полагают, что они и не обязаны делать так много работы по дому. Бывшая конгрессмен Пат Шредер имела обыкновение рассказывать, как это происходило в ее семейной жизни. После ее первых выборов ее муж заявил журналисту Redbook, что именно он возил их детей к педиатру. Прочитав интервью, она немедленно позвонила мужу и сказала: «Даю $500, если ты мне назовешь фамилию этого педиатра». Он несколько смутился, но ответил, что подразумевал свою готовность отвозить детей к детскому врачу, если бы она его об этом попросила.